А что случилось? Неизвестно. Как так встать, чтобы интересно было? Я никуда не пойду, пока ты мне вот это не купишь. Все, отстань, а! Успокойся! Куда это мы идем? Мы идем фотосессироваться. У нас рейд по новогодним елкам. Я возле каждой сфоткаюсь и не успокоюсь, пока у меня не будет фотографии с каждой. Вот так вот я выгляжу. Сейчас мы снимем мои ноги. Концептуально, да? Да. Я похожа на вязанку? Очень. На сосисочку. Сосисочную вязанку? Да. Чуть так пахнет? Едой, наверное, мужиков. Итак, мы приближаемся к первой елке с щелкунчиком. Сейчас я покажу, как надо фотографироваться. Ну что, а, гирлянды нет. Подожди, все выключено. Ну, я тебе про чай говорю. Мы фоткаться пришли. Ну, можем завтра прийти. Так я уже оделась, блин. Ну и что? Все выключили-то? Это мы вот, ребят, все, обзор закончился, собственно. Мы пришли, а тут все выключено. Ничего, ну, за фотки. А тут были разве? Мне кажется, не было никаких гирлянд. Ну, вот с этой стороны, так вот же гирлянд. А, да, значит, не работает. Ну, все, что, давай завтра придем. Ну, я уже оделась. Ну, давай точно так сфотографируем. И я чего, должна сейчас просто взять и лечь спать, получается, да? Да. В каких вот условиях мы живем? Приходим, все выключено. Просто. Кто-то скажет, что это не повод для расстройства. Вы не понимаете просто. Кто так скажет, автоматически бам. Нарать? Да, отрезанные ноги. Завалено все. Ну, видите. Заболел. Не жить, что ли? Да. Давай. Взяла, а ты не так. Он не может и таймер отменить, ребят. Я не умею. Человек. 10 дел одновременно делать. Он часы тогда взять, если бы сказал, что ты... Я не знаю, что ты не взяла. Потому что ты мне на кой? Вопрос. Как так встать, чтобы интересно было? Не знаю. Встала? Чик. Куропатку? Давай. Может, ближе тогда? Куропатку давай ближе. Это ты слишком близко. Блядь, да у меня не 10 рук, чтобы учить снимать. Ты что там валится сейчас? Что там валится сейчас? Ты нажал съемку? Нет. Как нет? Куропатку. Должна палиться чулка или не должна палиться? Может запалиться. Может. Раз, два, три. Так. Ну что, пошли в следующую елочку. Я никуда не пойду, пока ты мне вот это не купишь. Очень красиво. Магазин закрыт. А это мои проблемы вообще? Я должна это решать вообще или как? Вот оно здесь. Хорошо. А должно быть здесь. Хорошо получается? Да, очень. Хотя нет, наверное, что-то я вот передумала. Сейчас мне вот больше вот так нравится. Ой, ну всего 22. Что 22? За железо, что ли? Серьги. 22 550. Вот я дали. Да.
просто тару. Конечно, конечно. Видно, видно меня? Видно. А можешь просто подойти издалека, как бы. Давай. Ты что, такое движение в кадр совершай? Я просто выйду. Значит, давай. Допустим. Хорошо, хорошо. Вот и закончили мы нашу фотосессию, которая длилась ровно 4 минуты, потому что у меня начали шалить нервы. Ничто не может усмирить мой гнев. А что случилось? Неизвестно. Очень даже известно. Нет просто подсветки. Моня, просто Моня, он никак мне не помогает абсолютно. То есть, если что-то случилось, он ничего не делает, чтобы это как-то загладить, смягчить. Ну, Монечка, завтра сходимся, пофоткаемся, когда будут завтра, эти штучки. Завтра уже не огонечки. Завтра это завтра. Тихо. Ну вот, все, теперь вот с ней просто вот закрупно. Ассоциативный ряд пошел. Подожди, навесись. Чик, пук, пук. Что ты делаешь? Не а надо фоткать это. Ну так видео сними. Так. Вот опять человек не понимает, что надо снимать. Давай. Дождь идет. Ну да. Поэтому все выключили, да? Угу. Ночь. Ну и что я буду делать теперь? Пойду фоткаться в номер. Понурый такой. Да как что, вчера же мы шли, все работало. Мы ночью шли, не ходили. Работало. Мы ночью не ходили. Не хотели ночью сейчас. А сколько сейчас? Час ночи. Мы только что шли сюда, они горели. Нет. Это вот эти чуваки, которые только что все выключили. Они не горели, уже были выключены. Я тебе клянусь, я еще думаю, хотя бы... Я такая, идем, думаю, хотя бы они горят. Да. Если бы кто-то снимал побольше бы, мы бы сейчас проверили это. Капец, говорю. Что за человек? Какой прав? Вот что? Moscow never sleeps. Говорили они. Это только в клипе. Never, never. От слова никогда. Это просто клип. Клип такой. Вы на Урале всему верите просто. Давай, здесь же елочка, здесь же вот не горело на елочке, огоньков не было, может здесь сфотографироваться. Вот там есть подсветок, кстати. Вот пошли, вон там можем сняться. Нет, это пошли. И что-то будет мешать? Да ничего не будет мешать, пошли. Давай, нормально. Вот красиво все вообще, как будто так и должно быть. Газ, входи. Щелкун. Я не знаю, может пора это? Давай, сфоткаемся. Еще встали, подумали? Скоро спустились.
она сказала. Ну это ёлка. Да. Его выключили тоже. Погасили. Ты погасила свечи? Да ладно. Восстание машин, что ли, какое-то? Что там? Нам послание не распечатали, подождите. Мобильное приложение, нам намекают. Ты прикрути ты, пожалуйста. Реально. Ребята, посмотрите, вот просто так вот. Да. Ну что ты скажешь по этому поводу? По какому? Как вот сессия прошла? Очень хорошо, позитивно. Да. Главное, чтобы все было быстро. Муни просто так настолько не хотел, что он просто все отменил. Отменил все. Как сказал Никита Сергеевич Михалков, всему свое время. Ну ладно. Быстрая фотосессия тоже хорошо. Да. Я считаю, что вот я всегда ржала над людьми, которые перед тем, как проводить фотосессию, выезжают на локацию и ищут места, где они будут фотосессироваться. И делают типа пробные кадры без одежды, без всего. Думаю, что за сумасшедшие люди, которые проделывают двойную работу? Типа, зачем ехать куда-то смотреть место, если можно приехать и уже провести фотосессию, да? Отстань, а! Успокойся! Автомат разговаривает с тобой. Отвали! С другой стороны, у тебя же, когда сделаны все референсы, ты просто приезжаешь, наряженная уже, как говорится, и просто щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Вот, вот теперь, спустя много лет, до меня начало доходить. Может быть, это есть какие-то учебники специальные? Учебники? Как? Да. Чтобы до вас дошло быстрее? Ну, нет, давайте. Ну, понимаешь, всегда есть учебники, как делать правильно, но так. Кто реально их придерживается, вот скажи мне. Вот как пришла инструкция, как собрать шкаф, ну кто откроет инструкцию? Сначала начнут собирать, а потом уже, если что-то пошло не так, обратятся к инструкции. Mm-hmm. Здесь так же, то есть как правильно фотографировать. Начинается вот это все баланс белого, там, линия горизонта, и все вот эти золотое сечение и прочая вся фигня. Ты начинаешь считать, и тебе уже просто не хочется фотографировать. Да? Такой, начну фотографировать, а потом уже углублюсь. А, типа как пойдет, да? Да, тут непонятно, как правильно. Савёночка, давай, стой, не двигайся. Ты, конечно, похоже, давай. Давай. Еще. Думаю, хорошие фотографии должны получиться. А там работает, думаешь? Кофеёк. А, да, там до какого-то определенного времени нельзя. Жопа, чисто понятно. Запах тряпочек. Влажно. Слушай, а люди ходят, подожди, может там что-нибудь есть? А там есть водичка, ребята, что-нибудь попить можно? Нет, нет уже. Без водички, что ли, мы останемся? Да. Ну, положи сюда уже, что ли, что-то. Пусть они уедут. Погнали. Хамам, что ли? Хамам. Они не едут. Все, клоак. Сейчас, если ты идти отпустил вниз без ключа, они не вернутся. Да, ну давайте. Пропали дети. Отпустил без ключа. Ну что, это была самая быстрая фотосессия в нашей жизни. Она просто не состоялась. Perfect. Oh, yeah. Да не унывай ты, Моня. О чем это говорит? О нашей неслаженности. И несобранности. Соболь во всем виноват. Не об этом, не об этом. Что с ней об этом? О том, что нужно отдыхать. А, вот. Но это же говорит и о другом. То, что мы не привыкли отдыхать и что мы не приучены отдыхать. Работяги. Один день в кровати, и у нас уже просто жопа горит, чтобы куда-то пойти. Какой-то контент.
снимать. Это же работа. Почему просто нельзя и на кровати с Михалковым пролежать? Не знаю, может, он старый, потому что старый. Я, наверное, не планировал бы с Михалковым лежать. Но, тем не менее, он меня замотивировал. И вот душнина замотивировала меня пойти что-то сделать. Он, кстати, все еще здесь. Ну, естественно, слава богу. Никита Сергеевич, я вернулся. Надеюсь, что завтра фотосет все-таки случится. Поэтому не забудьте посмотреть вторую часть. Как все-таки состоялся фотосет. Кстати, как вам моя московская манера говорить? Немножко, конечно, утрированно, но все же есть какая-то небольшая вот уже нотка. С мощнейшим вооружением, присланного знато, мы узнаем точный день, дату и место, где это вторжение произойдет. По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, я похоже, что я снимаю чулки, как диктофон ТИС. Кто это? Я буду в бокале танцевать. Понятно. Все, дальше уже нельзя, пока.